Друзья мои, всем привет! Конечно же, существует очень много вариантов оформления аквариумов, очень много стилей оформления. Большая часть из вас любит аквариумы с живыми растениями. Безусловно, это намного красивее и больше радует глаз, но так как мы интернет-магазин, львиная доля наших клиентов хотят купить аквариум, который не будет сильно требовать какого-то вмешательства и изучения аквариумной тематики. Сегодня я вам показываю кубик Zookool. Ссылочку, кстати, оставлю внизу в описании, в определенной комплектации. Кубик размер 25-25 и высотой 30. Снизу и сверху мы установили вот такие уголки акваэль. На уголки сверху акваэль мы положили покрывное стекло, дабы меньше пыли влетало в аквариум. Сверху стоит светильник фирмы Сансан. Внутри установлен внутренний фильтр с дождевальной системой. В чем основное отличие данного аквариума кубика? В том, что у него задняя стенка зеркала. Прикольно в чем? Создается объем. Аквариум хоть и небольшого литража, тут 17 литров, но смотрится он как будто в нем литров 30. Если вы в этот аквариум запустите петушка, то благодаря зеркальной поверхности он будет постоянно думать, что он не один, и будет раздуваться. В этом аквариуме запустил неонов. На дно запустил креветок. Креветок очень много, разных всяких. Тут порядка 20 разных креветочек. Из декорации я использую окаменевшее дерево. Видите, смотрится очень оригинально и красиво. Искусственные растения, грунт, кварц. В данный аквариум можно без проблем высадить живые растения, потому что грунт подходящий. Светильника вполне хватает. Но так как аквариум попросил клиент для ребенка, чтобы сюда меньше лазить, мы никаких живых растений сюда ему не устанавливали. Данный аквариум вы можете посмотреть и приобрести на нашем сайте zookool.ua. Если у вас какие-то пожелания, комментарии, пожалуйста, без проблем комментируйте. Давайте посмотрим, кто же что из вас сюда бы добавил, какие растения, какие элементы декора. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал Zookool.